Thank you.
каждый время, день за днем. Никто нас не знает, никто нас не услышит. Oh.
серьезно группа «Дебют» вместе с Татьяной Репиной. А сейчас я приглашаю для вас Дмитрия Наума. Пожалуйста, возьми. Дим, пожалуйста.
На корабле из желтых листьев платится восток. Из подаренного ветра гребли шины. Танцевала в подворотне осенний вальс восток. Отлетал теплый день и припопел саксофон. И со всей округи люди приходили к нам. И со всех окрестных крыш слетались птицы. Танцовщицы золотой из окопов крыльями. Как давно звучала музыка там. Вижу сон мой, удивительный сон, которым осенью танцует вальс восток. Там брызья падают вниз, пластинки кружатся низ. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон мой, удивительный сон, которым осенью танцует вальс восток. Обедеет от наслаждения, а так забыл. Чудо дарит. А когда замолкли звуки в сумраке ночном, все имеет свой конец, свое начало. Вальс восток.
Проходят годы, а воспоминания о ней все ярче и все милее. Я знаю, что сегодня в этом зале много одноклассников, одноклассниц и учителей нашего Николая. И очень-очень много воспоминаний может рассказать каждый из вас. Я прошу сейчас подняться на сцену Доронину Людмилу Семеновну, учительницу нашего Николая. Пожалуйста. Всегда что-то бывает впервые, и всегда что-то бывает первое. Первый шаг, первый вздох, первые секунды, первая любовь. И каждый из нас стремится к этому первому. Я очень рада, что мне первым был Николай, Коля. Когда-то впервые в школе 5 молодая девчонка зашла, и стояло их много передо мной, 20. И глаза, их улыбки. А самое главное, это мое воспоминание, это доброта Колина. И когда впервые они любили бегать всегда, мы всегда любили бегать, никогда не заканчивался урок физкультуры, а у меня было новоселье, квартиру дали. Коля подошел и сказал: «Людмила Семеновна, пожалуйста, не забудьте, что красное и белое смешивать нельзя, голова будет болеть». Это так легко запомнилось мне. Я помню его споры с ребятами. Людмила Семеновна, бегать нельзя. Она вначале пойдет в отпуск, потом родит, а потом к нам придет. Очень много доброго и хорошего, веселого, потому что сорванец, потому что хулиган, в добром смысле этого слова. Я так его и называла. Сорванец, хулиганчик. И всегда ставила в пример, не только когда мы учились, редко хвалила, а вот потом, очень часто, вернувшись я с севера, я всегда ставила в пример именно Колю. Многих вас помнила всегда, но Коля первый. Почему? Потому что когда-то давным-давно мы всегда с вами планировали дружбу. В каком смысле? В первую очередь коллектив. Кто-то плакал, не хотел, кто-то еще что-то. А Коля был всегда первым и всегда вместе. И когда мы говорили, что нужно заканчивать все вместе, бег, допустим, 3 километра или километр на дистанции 1000 метров на лыжах, Коля всегда бежал последним. Почему последним? Потому что подгонял девчонок, он их тащил всегда. И вот однажды у него сломалась лыжа. Все уже финишировали, Коли не было. Мы все переживали, все стояли, уже хотели бежать за ним. И когда увидев его, что он бежит по лыжне, не бросив лыжу, держа ее в руках, мы просто все зааплодировали. И я всегда эту верность, эту преданность ставлю Коле вперед. Еще, когда я вернулась сюда, уже взрослой женщиной, матерью 3 детей, Коля пригласил меня с Леночкой к себе на новоселье. Мне было очень приятно, что не забыли, что позвали. И вот там впервые Коля назвал меня «ты». «Ты, Людмила, Лена сполошилась, что ты делаешь, Коля, это твой учитель, как ты так можешь?» А Коля улыбнулся и сказал мне еще раз «ты». И я поняла, он мне тыкал не потому, что это бесцеремонность, а просто он меня принимал. То есть он хотел, чтобы я была в своей тарелке, чтобы я была своим другом, что я его друг. Вот так вот Коля меня поднимал. А когда я последний раз вот впервые поехала на машине, училась, в 5 утра вставала и ездила по утрам, чтобы никого не шибить, Коля однажды утром возвращается с дома техники, увидев меня на машине, бежала и кричала: «Остановись, Семеновна, остановись!» А я сбросила скорость, так это метров так, ну, 20-25 я ехала. Я говорю: «Коля, я не могу, если остановлюсь, я не заведусь». Коля открывает дверь на ходу, запрыгивает ко мне и говорит: «Так, тормозить мы будем вместе». Вот так вот Коля учил меня маленькой нежности, маленькой дружбе. Все, что я могу вспомнить о Коле, это только веселое, только доброе. Я хочу, чтобы всегда он оставался у нас таким веселым и добрым. Слово «бессмертие» — это доброта, это нежность. Это наши поступки и наша любовь. Любить, быть верным учил Коля не только вас, но и меня, своего учителя. Большое спасибо, Людмила Семеновна. Это действительно были слова, которые идут из глубины сердца. Дорогие друзья, если у кого-то будет желание выступить, ради Бога, нас ждем за кулисами. Давайте пригласим немножко наш концерт, как мы только выступаем, только слушаете, немножко другой голос. Пожалуйста. А сейчас я отвечаю Татьяна Гребенко.
тебя мне все кажется. Ты со мной. Две судьбы в одну не свяжутся. Ты со мной. Где бы ни был ненаглядный мой, ты со мной. Каждый час и каждый миг земной. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ничего не надо от тебя.
Я уйду.
забыть нам любимые лица. Yeah.
только нужно узнать вперед. Дайте счастье во сто назад. Уже не пряная взгляд достали вам. Подпинаю сам целый порох ненужных наград. Мой друг, мой добрый друг.